6 апреля во Дворце детства и юности прошел парад причесок. Валентина Сенникова и Светлана Мезенцева организуют это шоу второй раз. Очень многое прошлое шоу дало нам. Вот. А в этом году мы постарались, значит, чтобы еще лучше было, чтобы красивее прошло наше шоу. И мы стараемся, чтобы, значит, дети наши росли, значит, в красоте. Участие в показе принимали победители отборочного тура и выпускницы кружка парикмахерского искусства. Особенностью шоу-программы стало то, что модели и образ причесок учащиеся придумывали сами. Оказалось, что их фантазии нет границ. 20 мастеров представили 14 коллекций, которые не были похожи друг на друга. Прически поразили не только формой и стилем, но и названиями. Гипноз анаконды, прогулки по парку, жизнь во времени, аромат сандала и другие. Авторы коллекции поделились с нами, как рождаются их идеи. Цель у нас одна – показать кружок на курах, показать себя, показать, как у нас растут мастера. Состоялся также показ причесок и для самых маленьких. Малыши держали себя по-взрослому и даже раздавали залу воздушные поцелуи. Шоу причесок показало, что мода не стоит на месте, она идет вперед, вместе с нами.